арматуру в 20-м столетии. Здесь видно тоже, что у них было электричество. Значит, были первыми, которые на острове Крит получили электричество в 50-х годах, в 50-м году, потому что Пьес Крит был электрифицирован, да. Заразился. И кто хотел, чтобы получать деньги от государства, вынужден был сюда приехать. Так что впервые здесь было много крестьян, но дальше приезжали.